Хорошо, группу мы уже знаем. Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова. По большому счету, с Фарерами недавно играли, знаем команду, знаем, что она из себя представляет. С остальными командами давно не пересекались, но, в принципе, на мой взгляд, Чехия довольно-таки сильная в игровом плане. Поляки, само собой. Ну, албанцы прогрессируют в последнее время. Надо проанализировать хорошо все команды и уже непосредственно готовиться, ставить определенные задачи в этой группе. С вашей точки зрения, играть против Робертом и Левандовским, это будет... Ну, это очень интересно, конечно. Ну, человек легенда не только польского футбола, а всего мирового футбола. И я считаю, что такой футболист, как Роберт Левандовский, приедет в Кишинев, это будет приятно и нашим болельщикам. Вы думаете, что есть шанс на прогресс молдавской сборной в последнюю? Ну, по крайней мере, мы делаем все возможное, чтобы... Понятно, что быстро прогресс мы показать не можем, но постепенно, я думаю, что мы встанем на ноги и доставим много неприятностей командам в нашей группе.